укрепились, он отходит. Чтобы мы почувствовали, что кто мы на самом деле там вообще слабые. Там такие монстры начинают из души вылезать, что человек ужасается, слышит их голос: вернись, прекрати свое движение, вернись в эту тьму. Потому что при выходе в свет мы начинаем видеть все больше свое безобразие. А если мы перестали видеть свое безобразие, значит, мы где-то уснули, и где-то уже наши глаза духовные закрылись.